Так, смотрите, я сейчас стою с тремя ребятами, это герои. С ними был еще один парень, но он сейчас не на месте. Они стояли рядышком недалеко от места подлетов шахидов и просто из своих автоматов, из пистолетов открыли огонь. Это наши патрульные полицейские, представитель одной из наших спецслужб. В двух словах, ребята, расскажите, как это было. Услышали, что летит, мы действовали в составе экипажа, в составе команды. Вот. Наша девочка увидела, откуда летит, обозначили цель. Он же, ну, он летел чуть дальше, в сторону Кудряшова, открыли огонь, старались брать упреждение. И после этого увидели, что он резко поменял траекторию и буквально метров 50 от нас взорвался. То есть вы выпустили примерно порошку из автоматов, ну, и да, его сбили, да? Да. Я думаю, больше. Я думаю, больше было. Ребята, настоящие герои. Шахиды можно сбивать. Нужно, как только слышишь звук шахида и у тебя есть рядом твое оружие, в том числе я считаю, что это могут делать и наши охотники, и люди, у которых есть нарезное оружие, их можно и нужно сбивать. И давайте будем это делать. Они не те, которые абсолютно без защиты. Спасибо.